Всем огромнейший привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео мы вместе с вами посмотрим мои пустые баночки, которые у меня накопились за несколько месяцев. Наливайте себе чаек-кофеек и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. Накопилось очень всего много. Я даже сама не ожидала, когда я все это вытащила. Но просто уже копить больше некуда. Я собиралась несколько отпусков, что-то с собой брала, что-то у меня заканчивалось в отпусках. В общем-то, что-то у меня тут складировалось. Ну, давайте, в общем, я это все выложила, у меня такая гора, если бы вы видели. Давайте будем уже смотреть. Разделила уход за лицом, как-то что-то из декора, зубы, волосы. И, в общем-то, вот так, тело и дальше продукты по здоровью. В общем, будем уже, похоже, вперемешку. Так, первое, что у меня закончилось от компании T&D, гидрогелевые патчи для глаз. Значит, они такие прям цвета, как сама коробка, упаковка. Где-то я их выбросила в какой-то поездке. Я люблю эти патчи, повторяю их снова. И, в общем-то, хочу для себя снова такие открыть. Заказываю, в общем, как только они у меня заканчиваются. Гидрогелевые, хорошо разглаживают, напитывают. Клею под глаза, часть лоб, носогубка. В общем, куда мне нужно, туда и клею. Классные. Все ссылочки на компанию T&D я всегда оставляю в инфобоксе под видео, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться. И выгодно приобретать для себя. Если вас интересует бизнес-доход, то также все это по этой ссылке. Я с вами свяжусь и все вам подскажу. Классные сейчас акции идут до 25 ноября для новых присоединившихся консультантов. Классная скидка и, в общем-то, в инфобокс все заглядываем. Ну, а если вы еще не подписались на мой канал, то также подписываемся, ставим колокольчик, чтобы вам всегда приходило оповещение о выходе новых видео на моем канале. В общем-то, гидрогелевые патчи. Следующее, что... Вот уже видите, все падает, потому что всего много. Следующее, что у меня закончилось, это от компании T&D. Открыла новую для себя этой серии Фукаидан. Это омолаживающая крем-маска для лица, шеи, зоны декольте. Также эту маску можно наносить как ночной крем. Это получится, что у вас ночью работает эта маска. Отлично увлажняет, напитывает кожу. В общем-то, такая маска для ленивых, так скажем, и... еще ночного действия. Я чаще всего клею патчи, на остальную часть лица я наношу маску, если я это делаю в утреннее время, а если вечером у меня совсем нет времени делать там крем, сыворотку, все остальное, я просто наношу эту маску и крем для век. Конечно, я умылась, тонизировала кожу, само собой, и получается, что все очень прекрасно. Следующее, что у меня закончились, это тканевые уже патчи от компании T&D. Маска для кожи вокруг глаз. Это тканевые патчи. Здесь вообще 100 штук, которые захватывают область под глазами и над глазами. Я их вот здесь в уголке разрезаю, чтобы мне можно было их клеить и ходить с открытыми глазами. Потому что чаще всего у меня время есть, когда я клею патчи, это утром. Я потом делаю завтрак, плавно начинаю завтракать. Перед этим я пью коллаген. Вы видите, сколько у меня его закончилось. И, в общем-то, мне вот удобнее, когда я разрезала. Здесь еще в упаковке есть в отдельном пузыречке фитоэссенции, которые хватает еще на большее количество применений, чем патчей. Здесь 50 применений получается, 100 штук. А ее можно добавлять в любые кремы. Потом наносим ее область под глазами, как только сняли патч. С ценными маслами, которые отлично работают с областью вокруг глаз. И также, если вы добавили в кремушек, да, крем на ручку набрали, добавили, хорошо распределили и аппликативно нанесли на лицо. Также можно кремы для тела, для рук, для ног добавлять для того, чтобы усилить действие компонентов. Следующее, что у меня закончилось, это недавно вышла линейка в компании T&D. Я сразу же ей заинтересовалась. Это у нас полипептидный крем с коллагеном для лица от морщин. Я заказала всю серию. Здесь есть и сыворотка, и крем для век. И вот крем у меня закончился. Это линейка премиум. Мне он очень понравился. Я брала с собой в отпуск в Крым. И, в общем-то, использовала как утро и как вечер. Это с хорошим очень содержанием коллагена и пептидов. Разглаживает, напитывает, подтягивает кожу. Я уже, кстати, себе повторила такой крем.
крем заказала. В общем-то, в ближайшее время его открою, потому что у меня много что закончилось по уходу за лицом, и просто уже называется пользоваться, вот, ну, абсолютно называется как-то нечем. Следующее, что у меня закончилось, значит, это из серии Charm Anti-Age, вот такая вот линейка была в компании T&D, может быть, ее вернут, может быть, доработают, не знаю, вот была она, закончилась, серия Charm Anti-Age крем, в общем-то, пользовалась им, убирают серия, а есть и поклонники этих серий. Далее еще у меня закончился вот такой вот пилинг для лица от компании T&D, гелевый пилинг, который наносим, вообще я им делаю еще и пилинг, конечно же, тела, наносим на лицо и массирующими движениями просто пилингуем кожу. Нет абразивных частиц, поэтому идеально подходит для чувствительной кожи, для кожи склонной к покраснению, для кожи с куперозом и для остальных типов кожи также. Бережный пилинг, отшелушивание происходит бережное, и потом просто смываем водой. Это такой пилинг-скатка, куда-то мне понадобилась крышка, не знаю. Крышка куда-то ушла, потому что бывает, что где-нибудь что-нибудь уронил, где-нибудь что-нибудь повредилось, потому что пол кафельный, да, в ванной, и поэтому, в общем-то, запчасти иногда пригождаются. В общем-то, закончился, повторю. Дальше, что у меня еще закончилось? Две вот такие вот мицеллярки. Одна от компании T&D, другая от Mary Kay. Я мицеллярной водой вот в эту просто влюблена с дочкой. Снимаем макияж. Не щипит глаза, удаляет хорошо стрелки брови. В общем-то, активно накрашенные тени. Нравится. Ну, вот такая у меня была в запасах. Я ее просто уже закончила, чтобы не стояла. Потому что открыта была уже тоже давно. И уже делаю такую ревизию, знаете, чтобы вот движение было новых средств, конечно же, тоже. Потом у меня закончилось гидрофильное масло от компании Oriflame. Полностью его закончил, потому что использую кремы с SPF, особенно, да, вот весна, лето, и когда еще осенью есть такое солнышко. С SPF у нас кремы, тональные кремы, и, конечно же, нужно смывать SPF хорошо, и вот гидрофильное масло использую. Что еще у меня закончилось? По сывороткам пройдемся. Вот такая вот сыворотка от Oriflame. Ну, совсем легкая, ничего такого прям абсолютно не делающая. Ну, такая сыворотка кремообразная. Я вообще вот эту серию, у меня вся она целиком, как бы, да. И я ее то начинаю, вижу, что результата от нее никакого нет, отставлю. Потом опять думаю, ну что ты стоишь, надо как-то тебя заканчивать. Ну, в общем, у меня сыворотка закончилась, и в запасе вот таких сывороток у меня несколько, как бы надо заканчивать. Ну и, в общем-то, кремы также. Следующая сыворотка это Time Wise 3P. Это предыдущая вообще версия в Mary Kay, вот этих вот того, что продается сейчас у нас в России. И здесь на лифтинг эффект, в общем-то, вот, закончила ее. Дальше просто выбрасываю от Faberlic вот этот вот кремушек кислородный. Вообще бальзам не поняла, ни я, ни дочка, мы не поняли, в общем, как бы не применили, выбрасываем. Я очень редко что выбрасываю, но этот продукт просто уже стоял, и вот все. Bio Beauty крем для век с экстрактом лепестков роз. Вот такой вот я сначала пользовалась, потом уже дочка пользовалась. Ну и, в общем-то, ну, слабоват, для меня слабоват, ей еще там как-то что-то. Следующее, закончился вот такой вот скраб из линейки Novage, такого уже давно вот нет, я тоже вот видите, ревизию провела и уже все закончила, то, что закончилось. Дальше, закончился ночной крем, мне кажется, он с ретинолом. Здесь вот такой формат интересный, мне так нравится, что не надо нырять. Предыдущее, то, что продавалось, и то, что у меня было. И, в общем-то, закончились два крема Time Restore, ночной и дневной от Oriflame. Видите, сколько всего закончилось для лица, как я и говорю, называется закончилось, и уже надо что-то открывать новенькое. Мы откроем с вами в рубрике «Открываю новую косметику», потому что видите, как много всего закончилось, и действительно пользоваться начинает уже нечем. Надо открывать что-то новое. Следующее. Вот такой вот бальзам Beauty Visage, гиалуроновый бальзам для губ увлажняющий. Я еще получила его в подарок, пользовалась им с огромным удовольствием. Такой нейтрально пахнущий.
приятный на губах, и, в общем-то, наносила его. Следующая закончилась рассыпчатая у меня пудра от Marie Kay. Дальше консилер закончился у дочери. Вот такой консилер использует. Мне кажется, она уже несколько раз его покупала. Дальше база под макияж у меня Marie Kay закончилась. Карандаш Marie Kay в оттенке Rose. Наверное, открыла новый, потому что тюбик есть. И смотрю, какая-то тональная основа, тоже Marie Kay-вская, просто коробка. Значит, наверное, открыла что-то новое для себя. Дальше. По уходу за полостью рта закончился предыдущий формат из компании T&D. По уходу за полостью рта спрей для рта с прополисом. Сейчас вышел в другом формате. Это еще был такой в стекле. Очень классный новый формат. Мы тоже оценили всей семьей. Убирает первый признаки простуды, першения, стоматитов, каких-то воспалительных процессов, в общем-то, в полости рта. Классный, довольный и новый. Ну, вот этот вот закончился все. Закончилась детская паста в мини-формате. Получала что-то, купила в T&D, и к чему-то ее, в общем, к зубным пастам, похоже, выдавали в подарок. Вот очередной тюбик закончился. Дальше. Ну и очень любимая зубная паста от T&D, это жидкий кальций, закончилась, открыла новую. Так, еще натуральный, так, жидкий кальций, это океанический жемчуг от T&D, ну то есть вот зубные пасты закончились. А, кстати, я вам не показала, вот такие еще маски были для лица. Это дочка использовала, тканевая маска для лица. Такую голубую, вот, тоже классная от T&D тканевая я использовала. Освежающая маска с экспресс-увлажнением, потому что кожу хочется увлажнять летом, и прям это очень важно. Жаль, что в компании T&D убрали вот такой вот продукт. Крутой продукт. Это, знаете, что такое? Жидкий фитопатч для женщин, гель для тела. Когда у вас болит живот в критические дни, мажете просто низ живота, и все это снимается. Никаких не надо пить таблеток, ничего такого. Ой, был такой классный, дочка по нему просто страдает и говорит, зачем же его убрали? Дальше. А татами вот такая вот коробка, были здесь мини-форматы зубных паст, куда-то я брала их в отпуск, потому что, и, в общем-то, вот, наконец-таки, занималась столько места, я ее выбрасываю, потому что пасты закончились где-то в отпуске. Следующее, пройдемся по волосам. Волосы – это очень важная тема, хочется, чтобы они были напитанные, ухоженные, красивые, шелковистые, чтобы они максимально, в общем-то, выглядели дорого и красиво, и на ощупь были, и вот объем там или что-то, что вы хотите, всегда это тоже вот было, да, поэтому волосы – это очень такая важная тема. Значит, первое, что у нас закончилось от компании T&D, это у нас шампунь для волос «Индийская манго» с очень приятнейшим ароматом, формат такой вообще большого объема, 400 мл, формат для всей семьи. У нас идет он очень на ура, как вы видите, заканчивается, в общем-то, им довольны. Следующий, вот такой мини-формат кондиционера от Oriflame из серии «Молоко и мед» закончился. Индиго стайл, шампунь архитектор волос без сульфатов и парабенов. Здесь у нас также без сульфатов и парабенов. Если вот этот мне нравится, то вот этот я вообще не поняла. У меня волосы от него становились очень пересушенными и как солома. Вот недовольна осталась я. Краска, знаете, эксперт. Вот не знаю, я раньше красила краской от Oriflame, она подорожала в цене, да, и перешла вот на эту более бюджетную. И начала замечать, я недолго держу краску. Крашу, да, часто так же два раза в месяц, как и Oriflame краской красила. Знаете, заметила, что стали волосы почему-то обламываться. В общем, не знаю, наблюдаю, смотрю, и прям как-то так, мои ощущения. Следующее закончилось у меня от Ликата. Это у нас маска для волос, наношу повседление, держу и, в общем-то, вот закончила. Но она такая средняя по, так скажем, по направленности. Вот этот вот шампунь для волос с красным вином, я попробовала, это вообще мужская линейка, это у нас продукты Дом природы Крым. И мне он вообще не подходил. Не знаю, мне так нахвалила его продавец, что купить это. Нет, вообще, сыну домыл и ладно. Следующее по уходу за телом. Очень мой любимый T&D – это природный алунит в формате спрея.
удобно использовать на все тело после бритья, удобно использовать обувь, подмышки. В общем-то, если вам нужно вот где обработать, классный. Вообще, вот довольна им, буду повторять. Лосьон для тела Essence Go. Так, грин мандарин, зеленый мандарин закончился. Ну, лосьончики Essence Go клевенькие, мне они нравятся. Дальше закончился вот такой вот шампунь. Это вообще какая-то у нас, как если я не аюрведа. Это в таком вот интересном, в общем-то, оформлении формате. Гель для душа, хорошо пенился, очищал. Приятный нежный аромат. Дальше от Avon закончился гель для душа мужской. Мальчишки мылись. И закончился еще из новогодней такой, в таком формате апельсинами. Пахнет мандаринами. Мандариновый ликер. Ну, я бы не сказала, что сильно алкогольным пахнет, но что-то такое приятненькое есть. Вот, это у нас гель для душа от компании Тиандэ. Классный, пенится, клевый, вообще суперский, довольный. Так, дальше. Успокаивающий, восстанавливающий бальзам с эфирными маслами. Вот такой вот интересный продукт, значит, который снимает покраснение, успокаивает кожу. Можно использовать после бритья от компании Тиандэ. Был выпущен так пробно, так скажем, в таком вот формате. Мне он достался, мне он понравился, потому что обычно он в маленьких сашетках таких вот представлен. Ну, типа вот такого формата. А здесь он вот такой вот интересный. Классный. Если его выпустят в таком формате, будет очень круто. Следующее. И средств гигиены, что-то все совсем тут мало, потому что все было выброшено по дороге, потому что покупаешь новые покупки, нужно складывать чемодан, и просто от всего лишнего избавляешься. Это у нас программа женского здоровья, это средства женской гигиены от компании Тиандэ. Использую уже много-много лет гигиенические средства от компании Тиандэ, очень ими довольна, и, в общем-то, они классные, не создают парникового эффекта, работают как фитокомпрессы, потому что они в составе с травами, заботятся о женском здоровье, из натурального сырья, которое вот не возникает парникового эффекта, здесь травки, не травмируют белье, хорошо крепится на белье при всем при том, и, в общем-то, классно. Классно-классно по ощущениям, это надо пробовать. Дальше, вот в таких индивидуальных упаковках продаются есть. Это у нас уже направленного действия. Я всегда, когда приезжаю там с моря, прохожу такие курсовые программы по оздоровлению, в общем-то, организма вот с такими вот прокладками. Это у нас прокладки, направленные на решение каких-либо вопросов, вообще, если они возникают. Вопросы молочницы. Это тоже, в общем, как бы вот круто работает. Но я прохожу профилактически, потому что приехал с моря, где-то там купался, где-то там, где-то что-то, как-то чего-то, и, в общем-то, хочется поддержать свое здоровье. И еще это у нас ежедневная гигиеническая прокладка «Энергия жизни». Здесь у нас фитомембрана, в общем-то, и прям такое как бы как травяная основа. Очень круто работает. Просто, знаете, как-то подлечивает, подтягивает. Не знаю, как это все происходит, но, в общем-то, направлено на работу еще с чакрой. С нашей сексуальной чакрой. Это действительно так. Вот, это по поводу вот это. И сколько всего интересненького еще тут осталось, я даже вот прям не знаю, за что и схватиться. Я когда езжу в отпуск, вы знаете, что и вообще, я пью коллаген. Пью дома, пью в отпуске, беру всегда с собой. И вот это все то, что осталось дома, потому что я не беру вот эти сами коробки, беру только стики, а то, что там гремит, это то, что я выпила дома. Это вишнево-гранатовое желе с коллагеном от компании Тиандэ, поэтому все ссылочки оставляю в инфобоксе под видео. Это продукт эффективный, работающий, дающий результат, который нужно пить на постоянной основе. Вот вы едите на постоянной основе, вы машину заправляете на постоянной основе, потому что она у вас без бензина, извините, не поедет, да? И коллаген необходим организму каждый день. Это волосы, ногти, суставы, хрящи, это эластичность наших сосудов, капилляров. И давайте не будем забывать о том, чтобы не опускались женские органы, им нужна тоже поддержка. Поэтому, чтобы все это было в норме, нужно пить коллаген. Я перепробовала очень много разного коллагена, который был
в разном формате. Порошковый, который был просто плохо растворяем в воде, допустим, неприятен по вкусу, вызывал какие-то чувства неприятной отрыжки там или еще чего-то. Вот этот коллаген – это просто находка. От души вам рекомендую. Если есть продукты, волосы, ногти, суставы, хрящи, нужно пить по 2 стика в день. Если вы хотите просто поддерживать себя и пить на регулярной основе, то по 1 стику в день. Я пью по 1 стику в день. Когда у меня были вопросы, которые мне нужно было порешать с ногой, вы знаете, я 4 месяца ходила по врачам, искала причину, что же да как, почему да эдак, все есть на моем канале. И когда я нашла свою причину, но я не дожидаясь этого, я пила коллаген. Я пила коллаген и хондроитин с глюконзамином от компании Тиандэ. И до этого я пила по 1 стику. Когда у меня случилась проблема, я начала пить по 2 стика в день. И у меня все восстановилось, друзья. Вот. Поэтому от души вам рекомендую. Коллаген очень крутой. Это здесь говяжий коллаген. В каждом здесь 21 стик. В каждом стике 10 грамм говяжьего коллагена. Плюс сок вишни и граната. Очень вкусный, приятный. Можно прям съедать непосредственно из стика. Когда вы его там... Здесь удобно даже. Я просто отрезаю, можно удобно открыть. И вкусненький. Или растворяете в воде и пьете. Классный, растворяется очень хорошо, приятный такой получается напиток. Ну, раз мы уже заговорили про суставы, про все остальное, то, что я еще пью, это хондроитин с глюкозамином МСМ. Здесь очень хороший состав витаминов и противовоспалительный еще комплекс. Здесь у нас цинк, хром и витамин С. Также это на суставы будет хорошо, на волосы. И вот этот вот противовоспалительный комплекс, который состоит у нас из лобазника, листьев березы, можжевельника, корня солодки, кора белой ивы. Очень круто работает. Снимает воспалительные процессы в суставах. Снимает болезненные ощущения. Очень приятный и вкусный вообще. Я его просто съедала из стика и запивала водичкой. Моему организму это было просто необходимо. Он мне говорил, давай еще по 1 стику. Пьем, если у вас проблемы, от 6 месяцев до 2 лет. Потому что вопрос с суставами очень серьезный. А людей, которые страдают этой проблемой, очень много, как оказалось, когда я сама столкнулась с этим вопросом и начала ходить по поликлиникам, искать, что же произошло, пройдя, значит, хирурга-травматолога, сосудистого хирурга, ревматолога, нервопатолога, и когда делая МРТ, снимки, найдя свою проблему, хондроитин с глюкозамином плюс коллаген. Это решает вот эти проблемы. Поэтому продукт эффективный, работающий, проверила на себе. Хотя не думала, что столкнусь с этой вообще проблемой. И что придется все опять же пропустить через себя и попробовать это вот на себе. Даже не ожидала, если честно, но поняла, что это, насколько это эффективно работает. Я сразу же, когда начала его пить, я получила эффект облегчения, более активной деятельности. Мне стало намного легче. И, знаете, внутреннее состояние мое, потому что меня это все изматывало морально, и внутреннее мое состояние стало улучшаться. Я начала лучше спать, лучше себя чувствовать, лучше передвигаться и быть более активной. Это очень круто, это очень важно, понимаете, быть в активе. Того и вам желаю. Фитоисточник для женщин. Продукт вкусняшка. Но мало сказать, что он просто вкусный. Это продукт, который дает очень крутой результат по женскому здоровью. Продукт был создан для того, чтобы облегчать состояние в груди. Но этот продукт поддерживает гемоглобин в организме на хорошем уровне. У вас нету вот этого состояние упадка сил, вы в активе, вы позитивны, и это состояние дает вам, вы спите хорошо, высыпаетесь, потому что у вас нет вот этого дисбаланса гормонального фона, на который, в общем-то, на котором строится весь организм. Здесь очень хороший состав витаминов, плюс здесь еще малина, солодка и лен.
и вкусненько. Можно съедать просто из стика, можно разводить водички. И получается вкусный напиток, который дает вам и энергию, и силы, и какое-то прям желание жить, это 100%. Поэтому в компании Тиандэ это продукт у нас по женскому здоровью, который просто творит чудеса. По нему круто, очень много уже отзывов, потому что этот продукт завоевал миллионы сердец, потому что дает результат. Я очень его люблю. Дочка всегда моя спрашивает, а где та вкусняшка, которая нас поддерживает. Это называется вот так. Но это у нас светоисточник для женщин. Концентрат напитка. Ну а теперь пробежимся по витаминам и минералам. Это у нас пиолянь, это у нас шоусин. Витаминно-минеральные комплексы, которые расписаны с очень хорошим составом вот здесь сзади. Немножечко отличающиеся друг от друга. Дают очень хорошую поддержку организму. Не только во время периода простуд, но и на постоянной основе. Пиолянь это витамин. Витаминно-минеральный комплекс, который работает в направлении еще волосы и ногти, которые можно пить на постоянной основе. Шоусин – это у нас биологически активная добавка, так же, как пиолянь. И здесь еще есть у нас антиоксидантный комплекс и коэнзим Q10 вот в этом баде. Здесь у нас таурин, который работает еще на глазки. Пьем с мужем на постоянной основе, поддерживаем свое здоровье, хотим быть в активе, в позитиве и, в общем-то, вот довольны, очень довольны результатом от этих продуктов. Это бад, который у меня закончился, это чага и мумио, сороний черноплодный, а также от компании Тиандэ. И хочу сказать, что как только, если появились первые признаки заболевания, снимает тоже очень хорошо. Я его пью и беру с собой в отпуск, потому что процесс акклиматизации – это другой климат, это все равно поездка, это стрессовое состояние, это другая какая-то пища, другой образ жизни, другой часовой пояс. Это все влияет на организм. И поэтому хорошо очень чага и мумиё, сороний черноплодный, поддерживает именно состояние, когда ты не заболеваешь, состояние, когда ты в активе, или даже если ты чувствуешь, что ты там где-то перекупался, перезагорал, это будет как-то тебя, знаете, оздоравливать, и ты очень быстро восстанавливаешься и становишься более активным. Поэтому я всегда с собой беру и в отпуска, всегда имею у себя дома в аптечке, потому что это палочка-выручалочка, так же, как и биологически активная добавка бад-глутатион, который вообще работает просто на ура, и пьем глутатион по 2 капсулы 3 раза в день, 2-3 дня, и все, и вы просто здоровы. Вот проверено уже на семье, на детях, и на себе, конечно же, в первую очередь все проверяю на себе. Также у меня закончились биологически активные добавки от Тиандэ, но они уже такие в блистерах. Один это у меня комплекс с виноградной косточкой. Головные боли, мигрени, акклиматизация, также перепады, в общем-то, перелеты отлично работают. Противоаллергичная, ну не знаю, можно так сказать, даже с похмелья, слушайте, можно выпить и вообще вот реально помогает, да, если вы вот как-то так, а бывает. Вот, комплекс с грецким орехом, это у нас антипаразитарное действие, я всегда такой бад пью, потому что где-то купались, где-то попала морская вода, даже если вы не ныряете с головой, где-то облизали губы, где-то вообще пьете, что-то едим, не знаю, фрукты, овощи, домашние животные дома. Поэтому антипаразитарные программы необходимо проходить. В компании Тиандэ их разработано много. И вот этот бад просто в помощь. Следующее, что еще закончилось, несколько чаев. Это фиточай почечный. Очень хорошо. Это почки, это понятно. Это все да-да-да-да. Но вот этот почечный чай. И еще как только, если появились сопли, травяные, это здесь фильтр-пакеты, завариваем. У меня дети знают, где почечный чай. Потому что все улучшается и облегчается состояние с соплями. И алтайский иван-чай, фиточай. Очень приятный, вкусный, который традиционно такой, скажем, русский напиток. Классный, с хорошо собранных все фиточаи на Алтае трав, экологически чистых мест. Дальше, что еще? Это у нас комплекс для глаз таурин, аминокислота, которая необходима организму. Зрение, сосуды, капилляры, все-все нужен таурин, необходим организму, и его вот пью дополнительно. И антиоксидант фукоидан, также
Климатизация, другой климат, заболели. Фукоидан — это вообще БАД, который работает именно со свободными радикалами, которые есть в организме. Это не просто, когда вы заболели там, или еще что-то. Антиоксидантные продукты необходимо пить организму. В общем-то, работа со свободными радикалами — это чтобы нигде ничего лишнего не прицепилось и нигде ничего лишнего не начало развиваться не так, как надо. Потому что деление клеток — это процесс такой, который очень сложный. А вот как раз-таки свободные радикалы, включаясь в этот процесс, регулируют так, как все нужно. Что еще вам не показала? Закончился вот такой вот магний. Я покупала, в общем-то, магний еще пила дополнительно. И закончился железо. Пил муж. Пил муж железо. Это все было из ухода и декоративки и всего остального. Что у нас еще по уходу за домом? Закончился гель очищающий для туалета, цитрусовый микс. Вот такой вот. Дальше мыло. Я беру такое кусковое для того, чтобы стирать белые вещи, ручная стирка. Жидкое средство для стирки. И мной очень любимое средство для стирки. Это от компании Сиандэ, универсальное средство для стирки, для ручной, для, значит, машинки, стирает и белое, и цветное, идеально справляется со своей задачей. Вот, пожалуй, это все пустые баночки на этот раз. Много всего, как вы понимаете. Несказанно рада, что сняла это видео для вас. Пишите обязательно в комментариях, чем пользовались вы, ваши отзывы. Встретимся в комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал. Заинтересовала продукция компании Сиандэ, регистрируйтесь, заглядывайте в инфобокс под видео или пишите мне в любой из соцсетей. Я вам помогу зарегистрироваться и будем с вами на связи. Обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.